Всем привет! Мы сегодня сделаем распаковку стикбота. Привет всем, ребятки. Давай, Тимур, покажем, что мы сегодня купили. Вот мы уже давно вот такую штучку хотели купить. Да. Стикботы вот тут такие. Да. Ребят, можно снимать мультфильмы настоящие, да, Тимур? Да. Давай, распаковывай. Так, давай аккуратненько. Ага. Так, что там есть? Так, это у нас что, Тимур? Давай. Подставка для телефона. Ага, это подставочка для телефона у нас. Стикботы. Вот такая. Стикботы. Так, вот мы сюда смартфончик так закрепим. Стикбот, вот он. Да. Так, давай. Давай. Вот у нас такой стикбот. Интересненький. А, да никакие стикботы. Останавливайся. Так. А дай мне, Тимур, второго. Второго? Да. Давай вот какой. Так. Вот у нас второй стикбот. О, у нас там Гердочка сидит, смотрит, как мы тут видео снимаем. Так, а, вот это у нас фон, да, Тимур? Да. Ну-ка, давай-ка я посмотрю-ка. Фон. Синий. Так, синий и зеленый фон, да? Да, давай синий. Тебе синий нравится? Нет, зеленый. Так, подожди, а у нас еще тут такая штучка должна быть сзади. Да, ну-ка, где она? А, она внутри, внутри. Сейчас я ее достану. Аккуратненько. Так, сейчас. Так, ребят, вот смотрите, мы собрали. Вот это у нас получается вот такая будет сценочка. Так, и у нас еще вот такие штучки, чтобы можно было создавать разные эффекты. Так, давай сейчас поставим, как это у нас будет выглядеть, Тимурчик. Сейчас я сделаю. Так, ребят, вот смотрите. Вот это у нас такая сценка, вот так все это будет у нас выглядеть. Вот мы сейчас, я сейчас разберусь. Ой, падает. Я сейчас разберусь, на телефон скачаю приложение. Смотри. Да, и мы с Тимурчиком и с вами потом попробуем снять видеоклип, да? Да. Какое-нибудь видео, может, у нас что-то получится. Так, вот у нас распаковочка прошла. Вот такая подставочка. Кто не знает, где магазин? Кто не знает, где магазин? Тысячи мелочей в интернете поищите. Да, в нашем городе Казани мы нашли в магазине тысячу мелочей. В других магазинах искали, смотрели, нигде нет, да, Тимур? Да. У нас есть магазин на Декабристов «Тысяча мелочей». Вот мы там купили. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал и ждите, когда мы снимем видео про стикботы. Да, и ставьте лайки.